Тесла. Вот так вот в точку уходит. А давайте усложним задачу. Едем вверх, быстро разворачиваемся. Кто первый проезжает от дистанции, тот победит. Вот такие у нас сложные дистанции. На старт, внимание, марш! И вот наш победитель. Слышь, мать. Да. Ну, расскажите про свет. Про свет, а что им надо сказать вам? Это фонари мотоциклетные. Тут мы купили тоже, это габарит мотоциклетный, там был белый свет, мы ее сняли, приклеили сюда, сами светодиодку синего цвета. Вот, надпись Tesla, надпись Tesla вырезался специально на станке, вот, электробайк тоже вырезался на станке, у нас стоит оборудование, колонки стоят мощностью 50 ватт, вот у нас три колонки, вот также и с другой стороны. Вот. Это у нас оргстекло. Оргстекло. Вот. Снизу оно подсветится таким холодным льдом. Вот. При этом это все как бы все меняет цвета. То есть она на пульте. Вот. Помимо этого у нас стоит рекуперация, рекуперативная тормоз, при нажатии, то, чтобы у тебя было видно на дороге, он весь загорается. Вот так же и тут загорается. То есть и внизу, если смотреть. А то мы купили велосипедный фонарь, стоп-сигнал, чтобы было видно, как габарит сзади. Ну вот у нас новый байк приехал. Звать меня Рой. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас звать? Представьтесь. Звать меня Рой. Вот. Как проект называется ваш? Проект называется Рой Байк. Вот, помогал мне Николай. Николай, да, очень сильно мне помог. И Андреем помог мне тоже. Вот, ну вот, в принципе, что вам рассказать? Стоит у нас Max-контроллер. Max-контроллер. Вот, аккумуляторы стоят у нас в пакеты. Емкость аккумулятора у меня 94 вольта на 35 ампер. Вот, ну, мотор у нас стоит хорватский. Снимаем где-то в районе 15 киловатт. Динамика очень мощная, то есть быстрее еще, мне кажется, электровелосипеда еще ни у кого нет такого. Вот. Про дизайн и все разрабатывалось до каждого миллиметра. То есть мы взяли вилку Monster, перебрали, сдали ребятам в Aquaprint, имперская печать все стоит. Крылья у нас стоят от кроссового мотоцикла, два передних крыла купили. Вот, это прям реально карбоновый, да? Не, это не карбон, это мы ее накрыли аквапринтом. Ух ты, красиво, да. Вот, и также вот и задние закрыли, но крылья, в принципе, как таково ничем не помогают. Они просто создают красоту, но не более того. Вот, что вам сказать еще? Обода, тормоза, смотрю, у вас обода тут. Обода мы брали, это велосипедные обода, вот, 20-й радиус 100 мм, колеса стоят сликовские. Вот, в общей сложности у нас колеса в ширине получается где-то 120 миллиметров колеса. Вот за это они как бы, он и в принципе придает такую мощность. То есть это 20-я обода, да, у нас ширина покрышки 120 миллиметров, да? Да, при накачке. Вот амортизатор у нас стоит. А вот мне кажется, диск тормозной очень большой. Диск, да, диск мы вырезали на станке благодаря Андрею М. Диск у нас 230-й. Вот, то есть таких, по идее, нет. Если вдруг они стираются, то опять надо приезжать на завод и на лазерке выпиливать такую форму. Ага, а тормоза? Тормоза у нас стоит коды R. Четырехпоршневые. Вот, в принципе, достаточно не мощные, но тормозами мы пользуемся в очень редких случаях. У нас есть рекуперативный тормоз. Мы им нажимаем. Ага, вот. И подсветочки загораются. Видите, там, ребят? Да. Помимо этого, мы сделали, запараллелили еще одну рекуперацию. Если вдруг она на свете подключена, если вдруг это замкнет, у нас еще есть одна кнопочка, которая также работает, но без света. Это на всякий случай. Вот. Фонари это. Кстати, у нас... про свет, да, давайте. Тут просто. Фонари их... у нас очень много света. Это как бы габаритные для мотоцикла. Вот с английскими глазками. Можно их включить. Вот. Это тоже габариты мотоциклетные. Они были белого цвета. Мы просто взяли светодиодку синего цвета и открыли, разобрали, поставили. Вот. У нас еще стоит
F-Sport. Это от Lexus значок. Он прям встал, прям, как будто это его должно быть. А вот эти две фары это... Это у нас ближний свет. Ближний свет. Вот он. Вот. А эти глазки ангельские, они еще у нас как будто как дальний свет. Вот. У нас еще встроена музыка. Опа, ребята, держитесь. Музыка. Я знаю, что тут мощность звука 50 ватт. Музыка выдает свои 50 ватт. Тут, то есть, регулируется бас. Вот, все на плюс-минусе. Смотрите. А что еще показывает индикатор тут? Индикатор. Тут у нас стоит температура аккумулятора. Музыку дайте показывать. Стоит температура аккумулятора. Показывает напряжение. Напряжение показывает так же, как и на контроллере. Так же и тут показывает. Вот. Ну, в контроле у нас стоит термодатчик. Вот, показывает температуру аккумулятора. Вот. А давайте последние показания вот посмотрим. Последние, статистику, да. Последние показания. Статистику, да. Вот, сейчас постараемся навестись. Статистика у нас там, я ехал 121 км в час. Ну, скорость, можно сказать, что равносильно как где-то 500-кубовый спортивный мотоцикл. Вот, динамика очень мощная, прям срывает с места. При этом можно катать еще человека. Вот сиденье можно удлинить, а так можно катать, в принципе, двоих. То есть, сажая второго человека, в принципе, динамика скорости ни на что не влияет. А подножку? Подножки у нас нету. Подножки нет, да. И для второго человека тоже подножки нету, да? Да, для второго человека тоже подножки нет. Вот. Что за маятник у вас? Потому что рама, я смотрю, у вас телепортатор, да? Да. Хэви, да, она у вас? Да, маятник. Маятник у нас гранитский, просто он разваренный, он был у нас тоненький. Вот, мы его разварили, сделали под пошире. То есть он до этого у нас был где-то 90 миллиметров в ширину. Теперь у нас в ширину где-то 120, где-то так приблизительно, плюс-минус 120 ширина. Да, маятника. Больше, наверное, потому что еще вот зазоры вот тут есть. Вот. Ну, тут вообще где-то 150, вот, чтобы не снимать, да? А что у нас за амортизаторы? Какая длина его? У нас амортизатор ДНМ, вот, мотоциклетный. Вот, работает очень мощно. Вот, свою работу он выполняет 100%. Вот, любые кочки он заглатывает спокойно вообще. Ни одна кочка. Ну, давайте, присядьте, попружините, а мы сейчас посмотрим, как работает у нас задний амортизатор. О, ребят, смотрите, все работает. Вам надо снять, как работает, то есть правильная работа вилки и амортизатора должна быть как на мотоцикле. Да, давайте мы сейчас все это увидим. При нажатии, то есть получается, у тебя работает и передний, и задний амортизатор. Вот, ребят, смотрите, вилочки, задний амортизатор, все у нас работает. Она стоит одновременно, и вперед, и назад, все работает. Ну и все хотят знать, сколько это стоит. Цена вопроса стоит 500 000 рублей. Оно того стоит. Это единственный экземпляр в мире. Больше в мире никого такого, я считаю, что нету. И не будет. Пока. Ребята, смотрите, вот она сказка. За каких-то 500 тысяч рублей. Ну что, я считаю, что аппарат зачетный. Да. Спасибо вам.